Добрый день, меня зовут Лазарь Тарас, я ведущий научный сотрудник конструкторского аэродинамика, подразделения, занимающегося аэродинамикой. Мы с вами находимся в абсолютно новом дата-центре конструкторского аэродинамика, основой которого является самый мощный и самый передовой суперкомпьютер в Украине. Суперкомпьютер — это просто огромное скопление компьютеров, которое позволяет решать наши задачи максимально быстро и максимально производительно. Такие вычислительные ресурсы недоступны никому в Украине, и благодаря им Южная может решать свои научные, технические, инженерные задачи. Именно вот, ну это как бы визуализация результата, просто характерная картина. Представляет собой набор из порядка сотни вычислительных, больших мощных компьютеров, которые объединены вместе одной общей сетью и позволяют и дают возможность решать одну задачу совместно. Таким образом, в сотни раз увеличивая скорость получения результатов. Сравнить производительность данной машины можно с порядка 1000 обычных ноутбуков или порядка 300 профессиональных рабочих станций. Да, хорошо, вот она. То есть сейчас у нас здесь вращается.